И снова всем привет, всем здравствуйте. И вы снова с Ириной Якут в Америке. И у нас снова продолжается розыгрыш. Я подумала и решила, запишу сейчас еще один ролик. И уже покажу последний 5-й приз, под которым роликом вы будете под этим писать свои комментарии и участвовать в розыгрыше. А дальше, после того, как я вам покажу этот приз, я вам покажу, что заказывают другие. Сегодня ролик у нас с вами подсмотряшки, подсмотрелки. Подсматриваем, что заказывают другие. Итак, приз последний, 5-й. Ребята, не забывайте ставить жирный лайк. И вот он приз у меня здесь в руке. И теперь у YouTube есть возможность видеть, какие вы писали комментарии и подписаны вы или нет. Я забыла сказать, нововведение у нас. Все равно, раз за призами следите, значит, это услышите. Давайте не только комментарий, жирный лайк я не проверю, поставили вы или не поставили, поэтому это на вашей совести пусть остается, мне все равно. А вот подписаны вы или не подписаны на меня, я могу проверить. Теперь YouTube дает такую возможность. Поэтому не только комментарий, потому что если комментарий выиграет, а вы на меня не подписаны окажетесь, то не сыграет, я буду переигрывать. Ну, я надеюсь, что вы все подписаны, но на всякий случай, на момент розыгрыша, потом можете отписываться. Но на момент розыгрыша, ребята, должен быть ваш комментарий и должен быть, вы должны быть подписаны на мой канал. Ну и жирный лайк поставьте уже, пожалуйста. И у нас с вами 5-й приз. Упс! Наборчик от Michael Kors. Я напоминаю, что у нас подобный наборчик был в ролике приз номер 2. Еще раз сейчас все вам покажу. Приз номер 1 у нас с вами кошелечек от Patrice Nash. Приз номер 2 у нас с вами наборчик от Michael Kors. Смотрим, чем они отличаются. И видим этот серый с черной полоской. А приз номер 5 у нас с вами наборчик от Michael Kors. Черный с красненько-розовой такой полосочкой на шапочке, на перчатках и на шарфике. Так, это у нас с вами приз номер 5. И поскольку уж я вам там напоминаю, то я напоминаю, что приз номер 3 у нас была вот такая волшебная сумочка от Patrice Nash. Ну, вы все знаете. И приз номер 4 в ролике, который вышел, только вышел, у нас с вами вот такая косметичка от Patrice Nash. И приз номер 5, Michael Kors. А мы с вами идем смотреть, что же заказывают другие. И первое, с чего я начну с сумочки. Я не хотела ее вам показывать, эту сумочку, но девочка мне написала. Вы мне иногда пишите, что, пожалуйста, покажите мою красотку. Девчонки, у меня просто иногда не хватает физических возможностей все красотки показать. А, наверное, сейчас еще заодно схожу, потому что вчера девочка тоже просила ее, чтобы я показала. Не хотела вот эту сумку показывать по той простой причине, что она последняя. И мы ее взяли, по-моему, без скидок. Что-то там $585, девочки, она обошлась, эта сумочка. Это, наверное, было у нас с доставкой, да, 585? По-моему, да. Но она ее так хотела. Леночка, показываю вашу красоточку. Вашу просьбу осуществляю, не хотела, потому что думаю, ну, блин, девчонки, кто-то же захочет, будет просить. А она правда последняя. Ее ни в бутике нет, нигде нет. Ну, раз уж у нас с вами ролик, просто подсматриваем, что заказывают другие. Как правильно тут коуч? Вот так вот написано, видите? Я вот это вам хочу показать. Надпись. То значит, подсматриваем за этой сумочкой тоже. Так, а как она у нас называется? Это красоточка-то. Так, 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 так. Мама мия. Вот амнезия это случилось. Леночек, выручай, подписывай, как она называется. Вот такая кожаная подкладка. Вот такие у нее тут кармашки, один отдел. Так, здесь ткань. Вот как у Касечки, вот такого цвета тканька. Сейчас проверю с этой стороны. Тоже ткань. Первый кармашек без дополнительных каких-то карманов. Вернее, второй отдел. Второй отдел тоже. Во втором отделе есть вот это вот. Ну, это не кармашек, это лейблочка пришита. Потом перегородочка с замочком. И последняя стеночка со слотом под карточки. Она полностью кожаная, эта стенка. А все остальное у нее тканевое. И под замочком у нее подкладка тоже такая же бордовая. Так, а ремешочек у нас. Ремешочек-цепочка. Вот так вот она закрывается, эта сумочка. Лена, специально выполняю ваш запрос на вашу красотку. И вам сюрприз. Я вам не говорила об этом. Вам, Лена,
хозяйкам из Украины этой сумочки. Я вам об этом не говорила. Думаю, ну раз вы хотите меня попросить, чтобы я вам сумочку показала. Так, вот у нее какой ремешочек. А что у нее цепочка-то где? А, цепочка у нее вот такая вот обалденной красоты. Да-да-да, она там висела на фотографии. Как-то вот так вот это прикреплялось. Как-то вот оно вот здесь вот крепится. Да-да-да-да-да. А сюрприз у меня к вам, сейчас скажу какой. И как-то вот так оно смотрится. Ой, вообще классно. Пришел ваш кошелечек, который вы себе заказывали, я так понимаю, под эту красотку. И я вам не стала об этом сообщать. Я решила, что вот как раз в этом ролике я буду вашу сумочку показывать, и как раз у вас получится и видеоотчет по вашему кошелечку, который мы с вами заказали на сайте Coach Outlet. Coach Outlet в описании дам. Вот такой вот он, черненький, комбинация кожа и канвас. Вот сюда вот можно вложить купюрки такие длинные. Здесь слоты под карточки, здесь отдельчик, здесь замочек. Ну вот, в общем, вот такой вот Жаде кошелечек, который закрывается вот так вот. Он в сумочку помещается очень даже хорошо. Вот. Все, ваш кошелечек в сумочке. Видеоотчет получили. Так, цены там меняются. Кстати, если кто-то носит на левом плече, я так понимаю, как вот я это делаю, ну, вернее, на правом, на левую сторону, то тогда перецепите замочек в эту сторону. Хотя зачем я это говорю? Леночка, вы сами знаете, потому что никому больше такая сумка не достанется. Вы у нас счастливая обладательница. Поздравляем вас! Очень хороший подарок вы сделали себе, ну или супруг ваш сделал вам. К Новому году. Так, это у нас с вами была красотка от Коучи, которая нам с вами больше не достанется. Леночка будет единственной обладательницей этой последней красавицы. А у нас с вами сайт Джимашоп, на котором мы с вами заказываем очки и оправы. И сегодня оправа от Роберто Кавалли. Вот такая вот красота. Я девочке уже отписалась, по-моему. Вот так вот она смотрится, вот такая нежненькая. Знаю, что мы с вами шапарды хотим. Я за ними слежу, но пока не появлялись. Вот как 2 раза тогда было, объявление делала, больше шапардов не видела. Так, ну, этот я вам неоднократно показывала, футлярчик. В общем-то, вот солнцезащитные очки мы там всякие с вами заказываем. Не все успеваю показать здесь. А, сумку я... А еще красотка, которая на заставке, она пришла первая. Сейчас про ней расскажу. Про нее сейчас расскажу. Ну и от Коуч. Вот такие сумочки мы еще выбираем. Они еще на скидках будут. Если ту красавицу мы с вами уже не можем выбрать, потому что она просто-напросто закончилась, то вот такие сумочки на скидках еще появятся. Сейчас они есть только без скидок. А вот эту черненькую мы, девочки, купили со скидкой 40%. Перед этим мы с Натальей себе покупали. Я вам, по-моему, делала в сообществах, что ли, писала где-то или в ролике говорила, что была дополнительная скидка в дилерте, и мы заказывали. Я себе вот такую заказала. О, кстати, она у меня так классно по дуге подходит. Вот, смотрите, правда? Тут как раз заодно у нее и цвет... Я себе вот 2 коучевских заказала в таком цвете, потому что я давно хотела такой цвет и заказала целых 2. Вот насчет второй сумочки я еще думаю. Вот эту я себе оставила, но еще не выгулила. Хотя вчера выгуливала свои аг. Простите, это, конечно, аг. Ну, мы как-то по-русски их все больше называем угами. И забыла про эту сумочку. Она у меня там лежит, не переложила в нее свои вещички. Зима же на улице. У нас тоже там подморозило. Так что вот эта моя сумка, $450 стоила только вот это. И, ну, смотря какие скидки на нее будут, посмотрим, какие будут. Пока никаких скидок на нее вот на данный момент нет. 450, потому что это со змеей, и у нее ручка тоже питоном отделана. Именно вот эта. Она только в таком цвете, и, по-моему, еще была в бежевом. Тоже с питоном, тоже тогда та 450 будет. А так мы еще брали комбинированные, и есть белые. И вот, галочка, ваша сумочка. Сказала, что недавно обзор на нее делала, но все равно не... Вот, показываю.
Подсматриваем за вами тоже, галочка. Вот ваша сумочка, это тоже мы. Вот эти 395, они без отделки питоном. 395 это регулярная цена, ну и как бы они со скидками будут, я буду делать напоминания. Я совсем недавно, я так думаю, что все мои постоянные зрители видели этот обзор, что вот такая вот она мягкая, классная кожа. Вот у той-то сумочки бока еще замшевая, а это полностью кожаная. У нее есть длинная ручка, и у той за 450 ручка. Ну, где-то в обзоре прямо у меня можно найти ее. Вот такая вот она бархатная с этой стороны. А здесь вот бархат, который на боковушках и под клапаном, он одинакового цвета. А здесь желтый сочетается вот с этой желтой строчкой. Вот такая мягкая кожа. Внутри, по-моему... Так, все, сейчас начнем. А, тут еще ваша сумочка лежит, галстук. Вторая. Вторая ваша красотка, которую вы забрали. Она, оказывается, тут отдыхает внутри. Так, один общий отдел. Ну, все, не буду. И замочек... кармашек под замочком. С этой стороны накладных кармашков нет. И кармашек здесь. В общем, кому нужно, найдем обзор из магазина полный, подробный. Ну, я, в принципе, уже все вам показала. Так. Это вот такие вот сумочки заказывают девчонки. Это бренд Coach Boutique. Это не аутлетовские модели. И у нас с вами остается одна супер-супер красотка, которая с сайта Coach Outlet. Сейчас мы ее рассмотрим. Так, сумочки Jazz. Вот они когда появились, я ждала, чтобы вам ее показать, как она смотрится. Потом еще девочка заказала следующую. Я вот хозяйке вот этой сумочки уже отписалась. А если кто-то увидит, что вы ждете такую сумочку, она еще не пришла, ваша сумочка. Это вот самая первая, которая из этого цвета пришла. Но я знаю, что еще девочка ждет эту сумочку, поэтому я к тому, что вы будете писать, это моя сумка. Нет, это не ваша. Это вот первой девочки, я ее уже отписалась. Это сумка-камера. Вот такого она. Прикольного цвета. Они там в разных цветах есть, но мы черные с вами видели. А вот этот цвет мы с вами ни разу не видели. Сейчас покажу вам, как он на мне смотрится. На человеке, как я люблю говорить. Вот. Так, ну я их вам рассматривала. Два внутренних отдела под замочками. Фурнитурка серебряная. Подкладка темно-темно-синяя. Накладной кармашек с этой стороны. И... никаких других кармашков нет с этой стороны. То есть два отдела под замочками. Вот такая вот эта сумочка-камера. Сейчас покажу вам на человека, как она смотрится. Кто там про кошку мою спрашивал? Под кроватью она спит, засранка. Переползла. Еще жива. 22 года, но еще жива. Вот коврик ее вон лежит. Она здесь у нас контролирует процесс. За всеми следит. Это самое тут высокое место. Ну, не самое высокое, но как бы она. Кто здесь куда передвигается? Ну, сегодня привет ей передам обязательно. Вот так вот эта красоточка смотрится. Вот с таким вот орна-ремешочком. Классненьким. Вот такой вот он тканевый. Вот такая эта сумочка. Так. Ну, и, наверное, на этом все, да? Не забывайте написать комментарий. Комментарии, написанные до 20.00, 30 декабря до 20.00 по Москве, все участвуют в розыгрыш. Сегодняшний приз я вам показала в самом начале ролика. Ну, а я с вами на это прощаюсь. Берегите себя, пожалуйста. Наверное, следующий уже ролик будет ролик розыгрыша. Я так думаю. Ну, может, если что-то будет необычное, срочное, я вам напишу. А так, я с вами прощаюсь. Всех обнимаю. Всем всего доброго. Пока-пока.